Делегация правительства Приморья почтила память о подвиге воинов-тихоокеанцев в Китайском Даляне. Первый вице-губернатор поблагодарила за бережное отношение к памяти о подвиге советских воинов, павших при освобождении города от японских милитаристов в годы Второй мировой войны. Действительно, мы посетили уже второй мемориал, и мы видим, насколько здесь все ухожено, что они действительно вместе с нами чтят память погибших советских воинов. И здесь, где мы находимся сейчас, здесь похоронены и воины-тихоокеанцы. Мы здесь пришли почтить их память. Памятник «Вечная слава героям» был сооружен по решению правительства СССР на воинском кладбище в районе Люйшункоу в 1955 году. Высеченный из белого гранита 15-метровый монумент имеет 12-гранную форму. С двух сторон расположены отлитые из металла коленопреклоненные фигуры пехотинца и моряка. Они стоят, обнажив головы, сжимая оружие, опустив знамена в знак скорби попавшим героям. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.